Новый филиал банка является полноформатным офисом. Его основе лежат единые стандарты, такие как функциональная планировка отделений, эффективное обслуживание, широкий спектр продуктов и услуг, выгодные тарифы и сегментированные пакетные предложения. Альфа-банк, продолжая свою политику регионального развития, конечно же, не мог обойти стороной такой экономический, богатый в экономическом плане потенциал региона, Южный. И, конечно, он стоит у нас особняком сейчас в региональном развитии. И то большое количество субъектов малого предпринимательства, среднего бизнеса, корпоративного, которые есть в Южном регионе, конечно, создали все предпосылки для того, чтобы Альфа-банк здесь открылся. Офис отличается ярким эргономичным дизайном, технологичностью и четко продуманным разделением на клиентские зоны. И в первый день открытия постоянные, так и новые клиенты Альфа-банка отметили высокий профессионализм сотрудников банка. Я очень рад, что открылся такой банк у нас в городе. Давно этого ждал. На самом деле, ознакомили меня с услугами этого банка. Они очень качественные. Надеюсь в будущем, что стану клиентом этого банка. Очень хорошие условия, процентные ставки. Думаю, что все будет хорошо у них. Открытие филиала нового формата в Шымкенте – это еще одна ступень в реализации новой стратегии Альфа-банка в Казахстане. Один из основных компонентов стратегии – синергия опыта и возможности партнеров банка в интересах каждого клиента. Комфортный банковский сервис без барьеров. Это значит, банк старается предоставлять высокий уровень сервиса, сделать продукты удобными и доступными для всех клиентов. Стоит отметить, что на казахстанском рынке Альфа-банк работает с 1994 года и является первым российским банком в стране. Новый филиал находится по адресу район Альфа-Раби, улица Тыныбаева, дом номер 7.